Венеция вдали от туристических троп. Очень тихо, очень спокойно. Здесь фактически нет людей. Ну, то есть они здесь есть, они здесь живут. Здесь жилые дома. Вон, например, видно, что сушится белье на балконах. Там он тоже сушится. Но здесь тихо. Тихо, хорошо, уютно. Вот там он выход к Гранд-каналу. Это район острова Святой Елены, Санта-Елена, Сан-Елена. И здесь такие достаточно широкие улицы, просторные. Здесь живут более обеспеченные люди. Здесь очень много пространства, зелени, парков. И рядышком здесь выход к пристани, там где яхты и лодки паркуются. Ну и вот такая обычная парковка лодочек. У каждой лодки есть свое место, хозяин платит за парковку. Вот эти вот палочки, это для того, чтобы лодку привязать, чтобы она не уплыла, когда она стоит и ждет. Это совсем не туристическое место. Такое обычное, жилое.